превратно. Почему ты подчинился мне? Почему ты не захотел встать со мной вровень или даже выше меня? Я совсем не претендовала на эту роль. Бог поставил человека выше животных и позволил Адаму нарекать всему имена. Ты отказался от царского права, уступил свое первородство мне, женщине, созданной из твоего ребра, для того, чтобы служить тебе. Ты отказался от речи, выбрав путь бессловесного животного. Ты превратил порядок времен, превратил меня в Адама, заставил меня давать всему имена, а сам молчаливо возлег у моих ног. Но человеку нужен человек, словесное существо, превратное.